Он признан международным мошенником лондонским судом. А не врешь ли ты? Но первый раз он был осужден в 2001 году здесь. Это я его помиловал. Араблязов, который был членом правительства, ну, министром. А вот, и проблемы его начались коррупции. Ну нахер. Как было, что он снова вернулся в банк и разворовал этот банк. Вывел деньги на несколько миллиардов долларов. Остановись, бэбль. Кроме этого, он своего компаньона заказал и убил. Да ты что, старый? Очумел, что ли? Да, вместе с ФБР, американскими расследовали вместе, чтобы не говорили, что мы чего-то огородим. Вместе. Тоқтатыңыз, білдік енді.